Сегодня у Гомельском державном университете имени Франциска Скорины отбылась конференция, промеркованная до 100-годия утворения БССР. Эта историчная подея отбылась 1 студеня 1919 года. На пленарном посяджении в университете собрались ученые из разных науковых установ, а так само супрацовники музеев и архивов. У центра уваги пытанье, связанное с тем, как и чему отбылось обвяшчение Белорусской Советской Социалистической Республики, как она развивалась и какую роль отыграла в жизни белорусского народа и становлении державности нашей страны. БССР – очень важный такой момент, как раз связанный с тем, что у нас сегодня есть независимая своя держава. Поступово у межах Советской Беларуси собрались все этничные белорусские земли. БССР стала страной с основанником Организации Объединенных Наций в 1945 году. И это потом значительно облегчило для нашей страны международное признание, когда в 1991 году мы стали целиком суверенной державой. Даденная тема оказалась интересной не только докторам и кандидатам наук, але и студентам. Когда доклады удельников конференции выник доследшей працы наукоўцаў, то подчас работы секции своими напрацовками по теме поделились и студенты.